О, перестановку затеял. Ох ты что! Гриль. Настала пора. Наконец-то. До мороза, наверное, собрался убирать. Как там, перезимовали? Домой загнать невозможно. И из дома выгнать тоже невозможно. Целый день на огороде что-то делать. А где они? А вот они. Где его носит? Сережа! Что? Мы поедем куда-то сегодня? Куда ты собралась? Ну не знаю, хоть да иди сюда, ты что, куда ты собралась? Тут такое начинается. Где? Что? Бачишь? Увидела. Прорастает, это... Нарцисс. Это не пиво, да, это нарциссы голландские. А вон где еще? Вот под рукой прямо. О. Я ж только что... А, вот. Угу. Вот. Ну, стартанули, здесь целая грядка будет. Куда ты хочешь? Ты что, уже снимаешь? Друзья, всем привет, с вами Вескрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, быть добру. Потому что что? Как тут это? Куда-то, может, выедем? Труд облагораживает. На привоз, например, на барахолочку, в агромаркет, может, какие-то еще луковки купить надо. Вот это ты зачем вот это козырями бьешь? А? Ёшкин ты кот. Ну, только ради агромаркета, короче, выйду. Ты посмотри, тут поле не пахано, елки-палки. Тут есть что делать. Самый раз, рекая погода, великолепная, колупайся, и будет тебе счастье. Слушай, я, наверное, тоже начну ковыряться. Катюша? Да. Что? Не ковыряться, тебе пахать пора уже, елки-палки. Да как это, ты себя в зеркало видела? Да на тебе пахать уже пора, как говорила тетя Маша, соседка. Так, что, ладно, пусть полежит. По копанному не ходить, поняла? Лопата пригодится, по дороге подснежников накопаем. Где? А? Где? В одном месте, я знаю, там есть, короче. Так что, съедем? Ну, конечно. Эх ты. Огород, извините. Ребята. Специально для вас. Сейчас, кстати, гляну. Марат уже проснулся? Да, он стоит, что-то чешет. Успокойся. Как это, мыться, брыться, спать, ложиться не надо. Все, Марат на базе. Алло, привоз? Доброго ранку. Соединитесь с бабой Катей, пожалуйста. Бабка Кать, вы моя хорошая, ёшкин ты кот. Так и да, увидимся, еду к вам. Карася там штучек 5 оставьте мне хорошенького. В гости сегодня собираемся, да. Так что таки. Все, целую, да и до встречи. Вот липованочка моя любимая. Кстати, за липован, что я хотел сказать. Эх ты, липовань, Вилково. Весна началась, короче, поехали посылки. Давай быстренько распечатаем. Лиля, Тёма, чтобы нам были здоровы, посмотри. И к Сереге с ножами тоже зайдем. Катя, это таки шедевр. Смотри, что он делает, я даже не знаю, какой острее по новой посылке. Катя, та не стой, как помороженное, а то я тебя да не ухожу. Я просто замер. А то я тебя не ухожу, то, что там есть. Посмотри. Ёлки-палки. Там хирург. Кстати, хирурги там, кому если надо, зайдем Сереге, спасибо скажем. Блин, прямо аж хочется вот это вот с этими ножами бал. Но это же шедевр. Зайдем к Сереге на привоз, скажем спасибо. У меня там для него подарок имеется. Что же они там такое передали? Рыбой? Ну пахнет вкусно. Рыбой? Катенька, это сейчас узнаем. Ребята, там кому надо, я даже не знаю, что. Лиля говорит, Серега, спасибо тебе огромное. А я же такой человек, что, короче, у нас видео больше... Да ни почем в Одессе помидоры, вы и так знаете, да, интересная цена, кому надо, пойдете на базаре поторгуйтесь и будет вам счастье. Для меня ж приятно людям контакты раздать. Если мне вкусно, то я понимаю, что есть еще там пара-тройка, в некоторых случаях еще и сотни, а то и тысячи людей, которым тоже это нравится. Так что ловите Лилю, кому надо, деликатесы липованские. Что тут сразу лежит? Слышишь? Катюня! Лещик заморский. Так какой лещик? Что это? Это ж рыбец. Такого нет нигде. Это старший брат селедки. Жирный, вкусный, отменный. Ладно, давай аккуратненько, быстренько. Сейчас это все вывалим. Посмотрим, что еще передали. Обалдеть! Распаковочка! Ох ты, шо! Лиля, а ты откуда знала, что у меня пиво закончилось? Ты шо, самый повод, короче... Еще и в драфу появиться. Ё-моё. Сазан. Это вяленый, сушеный? Сыровяленый, обалдеть.
Там вкуснее колбасы, Катюня. Ты шо? Ну это же настоящий, вкуснее рыбы нет. Вот век на лодке не кататься. Я тебе как липован говорю. Так, это в казанчик, пока борщ не приготовили. Что здесь? Короче, какая-то тяжелая артиллерия. Слышишь? А мы в гости собрались? Да, давай возьмем. Давай возьмем с собой кусочек. Давай. Это что такое? Кусочек толстолоба. Катя, это именно вялка. Ты понимаешь? Ты посмотри. Мялка. Не копченая. Да, мялка. У нее, что не этот... Слава богу, что не копченая. Лиля, мялка. Спасибо вам большое, что вы не прислали копченую. Не, а! Ну не доставай. Лилечка, Катенька, это я для тебя отмою, если посмотри, это вторая половина этого толстолоба. Это же золото. Это именно золото. Ну так не бывает, так не коптят. Елки ты палки. Ты шо, ребята? Да под это можно не море, а прямо все пиво выпить. Ёханый бабай. Прямо штабелями. Шо еще? О, кровь липованская, навак настоящий. Слышишь? Дай понюхать. Да не тебе. Ребята, ловите по аромату. Пьешь и спать ложишься. Боже мой. Какой спать? И ноги отказывают. Танцевать, ходить. Это именно новачок. Это именно новачок. Эх ты, я крышку закрыл. Баб Катя, лови аромат. Ё-моё, у меня аж рот заговаривает. Приятно пахнет? Да, вкусно. Это навак. Ни на что не похожий виноград. Такой только у нас там растет. Что еще? Так, ну это храбрая вода, это Марату. Ручной работы. Что тут еще напердолили? О, яблоки. Детям. Со вкусом толстолоба, поняла? Это именно... Это праздник какой-то. Так, аккуратненько. Шо, а что подожди. Ты, а что ты напердолил этот чайник? Что значит напердолил? Нашлифовал. Смотри. Петух домашний длинноногий. Ох и бульон получится. А это что? Уточка. Еще одна уточка? О, Тёма, спасибо. Марат уже звонит. Говорит, долго там посылка играться будет. Все, выезжаю. Маратик, жди, слышу, взять ему сразу с собой. Возьми, удиви. Возьми, возьми. Серьезно? Угу. Только ты куртку переодень, что ты вырядился в этой грязной. Кать, да я 2 секунды 5 минут, елки-палки, у меня же... А, подожди, я же работу еще не закончил. Я же хотел вот это вот полить, твои нарциссы. Что, серьезно? Кать, да весна уже, ты что, через 2 месяца? Из чайника, Сережа? А из чего? Так они же еще быстрее прорастут. Елки-палки. Катя, это не елки-палки, это называется хозяин. Хозяин, смотри, не заморозь мои нарциссы. А там морозы не намечается, я смотрел. Погоду. Мамочка дарит там плюсовую. Плюс 14, представляешь, в феврале. Эх ты, шикардос, пора уже и картошку сажать. Все, теперь можно переодеться. Так, что, кусочек берем в гости. Так сначала отрежь, потом помоешь руки, ты а потом переоденешься. Звезда. Да я могу это сделать. Так, Катя, успокойтесь, что вы как делаете. Что, кусочек того, немножко вот этого? Я уже ножик взяла, видишь, хотела отрезать кусочек, попробовать. Так. Блин, сказочная рыба и нереальная красота. Что, дать тебе в разрезе? Я просто хотела кусочек попробовать. Маленький. Тогда я людям покажу. Что это за мясо толстолоба? Посмотри. Тунец. Тунец не такой красивый. Отрежь, как наш толстолобчик. Кусочек. Нет? О. О, да. Ты прям как... Прямо совсем тоненький? Как от сердца оторвал. Нет, с ножа не буду, буду злая, дай с рук. На тебя купаться. Убери фильмоскоп. Давай. Дай тебя засуну. Не на камеру же мне это делать. Что? Да. Угу. Картошечки подварил, лучок подмариновал, стаканчик вина налил. Эх ты, жизнь удалась. Ребята, чего я вам желаю. Что ты сказала? Так, кусочек, где? Газеты, заворачиваем. Так вы, ты возьми соленого кусочек. Катя, я все возьму, успокойся. Все? Давай, встретимся на привозе. Хорошо. Так что, ребята, оставайтесь на канале, подписывайтесь. Вас ждет сегодня... Удивительное, незабываемое путешествие. Даст Бог, сегодня два видео шлепнем. На самом деле, такое место в Одессе появилось. В гости позвали.
Эх ты, там Марат аж слюну пустил, когда узнал, что куда мы едем. Угу. Так что такое, сейчас метнемся на привоз, что-то походим, может, что-то купим. Если у бабы Кати будут карси хорошие, поняла? Возьмем, с карасями поедем. А как по-другому? Так, Маратика пляшка есть, тормозок взяли, можем и на привоз бежать. Погнали. А куда ты пошел? А переодеться на привоз? Ё-моё, блин. Ты на привоз как на праздник ну должен идти. Ну ты нудная. Шпинат забыл посадить. У меня столько планов было, Катя, с тобой, ёлки-моталки. Ладно, зайдем в агромаркет, еще что-то накупим. Поняла? И обязательно побольше. Сережа, побольше не надо в меру, мой хороший. Всего должно быть в меру, понимаешь? Катя, у нас 6 или 8 соток, нам есть куда сажать. Так ты чего? У нас теперь собака здесь гуляет. Смотри, короче, чтобы ты говоришь, переодеться. А что мне переодеваться? Шляпу поменял на нарядную. Все. Куртку прыгнул чистую. Опача! Вот так вот надо было сделать. Подпрыгнул и в полете переоделся. Так, Фурик Липованский. Ах ты! Не, ну это же, блин. Сережа, поехали! Вот ты даешь. Женщина любимая, самая трындливая, самая болтливая. Но за что люблю тебя? Хрен его знает. Давай, на привоз. Да выходи уже, давай, сколько там можно возиться? Певец. Иша. Зовет оператор, елки-ты-палки, блин, уже надо идти. Возится и возится. Что? Сколько можно возиться? Да я музыку дослушивал, елки-палки, слышишь? Фонарь упал. Работает. Короче, что там, Марат добивается, идет. Ты знаешь, что это за чудо? Да, Килнекс фонарик. Да? Ты что, наш любимый? Хочешь, ты здрайв бахну? Ты сейчас офигеешь, иди сюда. Сережа, ты вообще нормальный человек, а? Тебе не живется по-человечески. Катя, он под водой не тонет, в машине не, как это, нигде не горит. Это же неубиваемая титановая вещь, елки-палки. Ты что? Да я видел тест-драйв, у ребята не показывали, я говорю, не может быть. Они его, короче, в мороз кидали, что угодно делали, смотри сюда. А если переедешь? Что без фонарика делать? Забьем? Как там говорят? А? Ну давай, на что? На массаж. Если ему гайки, то я тебе пожизненно. Нет. Если ему не гайки, то ты меня лохматишь аж до конца наших дней, чтобы Божий котел. Давай, клади и едь. Ну, Катюня, обалдеть, ты шо? Знаешь, под какую музыку? Не знаю. На морском песочке. По фонарику я ездил. Да ты что, серьезно? Горит! Сейчас выключится! Ты его включил и выключил колесом! Серьезно? Блин! Смотри! Ты что, работает? Да он лупит, что дурной! А включался красный! Слышишь? И что, красный не работает? Чего ж не работает? Кать, а здесь же не просто красный, здесь фильтр, елки-палки, специальный, запатентованный. И что, тебе не жалко? А чего его жалеть? Он же не я же для него, он для меня. Что ему будет? Смотри, максимум этот. Ну, Сережа, ты обычно смотри, проверяем. Очень бережно относишься к своим вещам. Проверяем. А что это? Он, вот его ставили на 2 часа, я видел под воду. Угу. Там тестили с разными фонариками. Он заряжается вот так вот. У многих фонариков... Здесь и маленькая заглушка, поняла? Uh-huh. Заглушка течет, короче, это такое, дырявая. А это бронебойный. А металл у него, смотри, резьба как новая, елки-палки, ты шо? Был бы я на тракторе, я бы трактором переехал. Килнекс, вот вам Инстаграм. Звоните, пишите. Это один раз и на всю жизнь еще и внукам останется. Да ты шо, каннолевый, елки-палки. Вот, шикардос. Ну шо, идем по привозу? Ты же сказал, что мы в агромаркет сходим. А... Кать, 2 агромаркета на привозе, я тебе скажу. Вот здесь и вот там. И куда мы пойдем? Окно закрывай. В любой, там везде навалы. Мы можем не ходить, там такой интернет-магазин, что можно даже из дома не выходить.
Агромаркет, интернет-магазин. Та самый лучший, что ты гигикаешь. Где бородатый наш, усатый? О, звонит. Опять. Эй, Маратжан, что, побрился? А что-то я не вижу, чтобы блестело на привозе. Иди и улыбайся. Короче, мы здесь на опте. Иди сюда, и мы сейчас пойдем вместе. Куда-нибудь. Давай, ты уже на привозе, да? Все, идем к тебе навстречу, родненький. Давай, до встречи. Так. Катюня? А потому что весна, погода такая. Так. Что мне надо было? А, у меня же для Сереги подарок. Тихо. Есть. Тот рыбный подарок мы возьмем. Короче, такой, я вот, блин, у меня аж чешется, как зудит. Хотел интригу, короче, Марату не скажу, вам скажу. В Одессе, оказывается, есть Литва. Литва в Одессе. Ресторан литовской кухни. Я все время, у нас же и Литва, и Эстония, и Латвия, короче, там вся Прибалтика. Очень много подписчиков. И мне много писали, Серега, и рецепты скидывали, приготовь цепелины. А Марат там даже говорил, что я умею. Так мы сегодня поедем к оригинальному человеку из тех краев, да. И он приготовит, заодно и я посмотрю, и Марат там что-то для себя подучится. Цепелины настоящие, ты знаешь, что это? Ну, какие-то такие оладушки. Это не просто оладушки, Катюня, там вся история, да? в этом блюде, конечно. Так, что, лопата есть. Марату с собой брать самогончик? Ну, конечно, бери. Ты что, думаешь, он без этого что, не ездит без бензина или что? Ну, возьми, а мы его порадуем, удивим. Ну, давай. Смотри, какие есть рога. А ну, приставь. Фу, елки-палки. Ну, хоть посмотри. Вот за что я тебя влюбленный? Я вообще не понимаю, честно говоря, вот этой дурной шутки. Рога наставить. Прям так мужчины реагируют на это, болезни, на рога. Да, ну, у меня фури, Каталины Маршал. Я не могу себе такого позволить, елки-палки. А что ты вот не представляешь? На, вот ты себе представь. Да ради бога я могу, давай, что нет. Давай. Опа, чан, девочки, пишите в Инстаграм. Ты что? Я таки свободен. Ты что? Так это от оленихи, чтобы ты понимала. Да мне оленя... пофиг, хоть от оленихи, хоть от оленя. Тоже мне. Какие-то забубоны. Это знаешь, как про вот Катя, эти ножницы. Катя, перестань гундеть, как соль не давать на ночь вечером. Вот мне кажется, эти рога из этой я же серии. Перестань гундеть. Мы все-таки приехали снимать уважаемый выпуск. Я послушай с меня. Даже с тобой мужчина говорит рогатый с рогами в руках. Не, ну ты все это отвратительное слово вообще. Иди давай вперед. Гундеть. Да я с тобой уже не хочу в гости ходить. Я тоже. Ты себя там будешь так же вести. А? Эй, успокойся. Ты что, вон там, смотри. Оп, во всей красе. Елки-палки, все, что хочешь. Яблоки, картошка. А цены смешные по-любому. Нет, а мне все-таки интересно. Вот ты мне расскажи эту историю про эти рога. Катя, что? Слава богу, я не знаю. Люди говорят такие. Что смотри, если? Горбаджики сколько. Ого, вот такую ты надо было Сане отправить. Ой-ой-ой. Вот это счастье. И чеснок вон этот есть, лука-чеснок или что это? Хочешь, я тебе на 8 марта подарю мешок? Зачем мне сухой? Ты что, до января будешь в огороде колупаться? Я, в принципе, не планировала, Сереженька. Нет, ты мне сегодня с утра сказала, что ты хочешь. А я буду выходить, там вот, красивой такой вот какой-то метелочкой подметать, там, я не знаю. Не, надо траву. Сапочка. Катюша, давай я тебя быстренько сейчас опять верну в реальность. Ага. Сниму. Ох, какие яблоки, мама дорогая. Яблочки 20 гривен. Груши. Здравствуйте. А почем грушки вот такие на опт? 55. А яблочки тоже? 17 и 15. Обалдеть. Так можем купить этот целую коробку. Яблочный пирог печь, да? Да что-то маме дадим, что-то этот. Слушай, ну хорошие два ножа получится. Да, Серега такой, что еще и пару открывашек сделает. Так, ну идем быстрее. О! О, идет, елки-палки, мазай. Ты что, надо было все не сбривать, вижу, замерз. Доброе здорово. Утро. Привет. Привет. Слышь, вы тепленько? Оделись? Ты там, по привозу бегал, не видел хозяина, не? Нет. Не попадался? А Сережка... это от Васильевича? Нет, что, у Васильевича больше елки-палки. Нет, он больше... Здрасте. Он больше рога присылал, он от лося какого-то там заморского присылал. Мы же к Сереге отправили.
Мы сейчас как раз ехали, Васильевич видео прислал. Да. Ага. Ждет Серега, нас. Такой шмацало, спасибо огромное. За ножи отреставрированные, спасибо огромное. И сказал, что у него есть еще рога. Иди до Сереги, говорит, узнай. Если ему надо, я ему еще отправлю. Так что погнали. А, там тебе Липование подарок передали. Храбрая вода. Марат, это самогон липованский, ты шо? От него сразу в пляс. Да. Да. Налить тебе крышечку, не? Я идем. Уже боюсь. Боишься танцевать? Идем с Бабой Катей станцуем. Да, брось мне в рюкзак. Пожалуйста. Давай, 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 давай. Она говорит, брось мне в рюкзак. Туда, к таблеткам, да? Ну а их же чем-то надо запивать, запивать эти таблетки, да. Погнали. Ой, как все красивенько, смотри, пекинка сложенная, да, целая машина, привод, да. Обалдеть, пекинка, я вообще думаю, что за штабеля лежат. Тут, как обычно, очередь за печеньем. О, семечек надо купить. Для попугая? Нет, для птичек. У нас же там воробьи, синички, голуби, вот все, что там. Никто пока не прилетел. Прилетят, прилетят. Я вообще-то лебедей жду. А аиста? А, о. Так у нас столба нет высокого. Аист на крыше, аист на крыше. Они же могут и на трубе сесть. Они же сами выбирают. Ты же серьезно? Не прихажешь, конечно. Могут же. И на трубе? Ну да. Вот я бы удивилась, если бы к нам аист прилетел. На колодце я видел часто. Да? Где угодно, да. Да, да. Но у нас, наверное, не... О, свитер теплый покупают или продают? Ой, мне было бы очень сейчас, кстати. Ты что, такой костюм со штанами я прямо, что-то так смотри. Замерзла. Я думаю, там мадам такая уже из-за балабона шапки договорится. Идем. Прям ветер такой пронизывающий. Эх, хватит морозить нам аудиторию, елки-палки. Сереж. Сейчас кто-то сидит там на Майами аккуратненько, вот так вот, в полуплавках и смотрит нас. Зачем ты им делаешь холодно? Или в Мексике, например, там вот это вот зажигает. А что, не уехали еще? Нет, еще. Володя, возвращайся. А, Марат, ладно, и тебе я скажу, я уже всем сказал. Знаешь, куда в гости позвали? А ты знал, что в Одессе есть ресторан литовской кухни? Именно литовской кухни. 7 лет тому назад. Имя интересно, я еще пока не запомнил. Приехал мужчина в Одессу. Один раз приехал, как ты, влюбился и остался, все. И открыл ресторан именно литовской кухни. Помнишь, ты говорил, что ты цепелины умеешь делать? Да. Так сегодня поедем, проверим тебя, умеешь ты или... Мы, кстати, с тобой... Или извинишься, скажешь, извини, пардоньте. Что там у литовской с тобой делали? Там, как этот суп с вином красным? О, не с вином, а это холодник. Холодник мы делали. Один из вариантов холодного супа со свеклой мы делали. Холодник. Бигус. Это что же? Поляки с литовцами спорят. Но... Ладно. Найдем корни. Что, Славик, Сереж, а сегодня? Вот семечки, подожди, идем возьмем семечки. Сразу? Да, потому что потом забудем. Бери сразу килограмм. Димон медитирует. Здорово. Здравствуйте. Салют. Все, как жизнь молодая? Здорово. Та ты что? О, Марат, к нам вчера люди приезжали интересные. Да. Такое там привезли, обалдеешь. Я им нож такой вчера подарил, да, что носите на здоровье. Ага. Петрович заезжал. Та ты что, у Димы тут эксклюзив, как обычно, да? А мне, я знаю, что эксклюзив у тебя... В одном месте лежит. Ну да, есть. Ох, елки ты палки. Маленький, универсальненький. Но хорошенький, да? Но хороший. С пожизненной гарантией, да? Да ты что, сколько тут слоев? Здесь, по-моему, 63. 63 слоя? Ёшкин ты кот. А как в руке Марат сидит? Малыш Дамаск, да? Да. Прикольный. Шикардос. Ага. Очень изящный. Да. Эх, ты у меня аж слюна пошла, 2 секунды. Сейчас Дима что-то еще покажет, и мы быстренько уйдем. От него же, как от Сереги, невозможно уйти. Хожу тут с рогами по привозу, елки-палки. Померяй мне, говорит, померяй, елки-палки. Ох. А у тебя такой есть, да? Похожий. Похожий. Форма такая, да. Да. Ну, мне кажется, это... и форма, и вот всякие эти пупырышки там, я не знаю. Чисто именно японец. Этот немножко, башка, этот да? Немножко подлиннее. Ну это ножи легенда, елки-палки, ты шо? Обалдеть. Бритва. Ай, шикарный вид. Да. Всего наилучшего, мы за семечками. Здравствуйте. Здравствуйте. А какие семечки голуби любят? У тебя что, подешевле? Конечно. А давайте нам сколько баночек? Если возьмем по 70. А ты шо? Та не, я тебе, как это, для своей голубки пожарю.
можете взять зерносмесь. Там... Катюня, хочешь, я тебе попкорн 100% открывается, попушай, елки-палки, что? Нет, Сережа, давайте нам 4 баночки таких. Ты что, оптовичка или что? Что такое? Я не знаю, что такое там. Я хочу кормить, чтобы птички к нам прилетели. Дядя там возле дома будет торговать чуть ли. Не, у нас же мы сегодня начали... Да, я хотел сегодня в огороде, короче, поколупаться. А она меня согнала. И 4 такого, а это тоже будут кушать? Зерносмесь? Конечно, да. Будут, Катя. 4 таких. Ты что? Тут можно. Что там? 4 семечки, 4 этого, да. Что вы там, ребята? Ты что? Кто ж так делает? Эй. Очень острый серый. Джедай, я знаю. Просто волос кидаешь вот так вот шмяк. Будет. Скоро будет. Этого нет ни у кого. Это такое, что нет ни у кого. Это шедевр. Даже у японцев такого нет. Хотя, так слушай, ты что, по-японски читать не умеешь, что ли? Посмотри. Специально для Марата, видишь? Шаолин лично писал. Ай-яй-яй. Да, очень прикольно. И почем? Отложи мне его. Отложи мне его на следующую неделю. Я заберу его. О, вот так вот, видишь, договорился уже. Какой молодец. Так. Катя, ты набрала столько, у меня авоськи не хватит сейчас. Хватит. Мадам, вы сразу мне всовывайте сюда аккуратненько. Сами всовывайте себе. Тьфу, елки-палки. Ты рассчитаешься? 30. Сколько вы взяли? За твои голубей? 120. Что сейчас? У тебя есть деньги? Катя, откуда? Плохо. Подожди. Ты можешь... собачку сняла? Да, конечно. Лохматенькую? На. Сколько надо? Да у меня на голубей хватает. Не хватит у тебя, Сережа. Сколько? 120? А что же не хватает? Смотри, у меня прямо без дачи есть. Хлобысь. Ну, все мои накопления на голубей ушли. Возьмите, пожалуйста. Все, спасибо огромное. До свидания. Так, а что осталось? На 2 карася осталось, елки-палки. Обязательно, мы же так редко бываем, что надо. Обязательно. Славу мимо не пройти. Скажи мне, ты все взял на том ям? Сегодня должны привезти. Понятно. Вчера одно пришло, а сегодня второе. Стой. Стоят, тихо. Да посмотри, как они торгуют, интересно. Елки-палки, ты что? О, заулыбался сразу. Здоровенькие были. Здравствуйте. Здравствуйте. Шо? Не холодно сегодня? Холодно, елки-палки. Ну такое. А он мне говорит, что не холодно. А я с утра. Родненький, привет, родненький. Здорово. Как я рад тебя видеть, брат. Можно тебя обнять? Ну, только немножко давай. А что ты залез? Его не надо, а то мне его придется на руках носить. И висишь на руках, как будто бы. Слава, мануалист, елки-палки. Каким ветром задуло? За семочками. Рога за... Хожу хозяина по привозу еще, не видел, не пробегал. Каждый второй, блядь. Есть там, да? Каждый второй. Каждый второй. Я понял, сейчас пойдем отнесем. Ты что? Греться. А тебе надо тельняшку, Славик, елки-палки, нормально. Была, но нету уже. Блин, Катя, посмотри, у меня я подарю. Мадам, с удовольствием, ты что? Я с рогами, ничего? Один такой на привозе. И вам огромное. До свиданечка. До скорых встреч. Что? Ты все взял? А что ты уже взял? Понедельник на рыбалку едем. Ну, конечно, блин. Едете. Уже прямо намастырились и едете. Серьезно? Уже... Суточек. Конечно, Славик. Туда на 4 обратно, едут. Там мы тебя... Двое суток. Да, конечно. Вот такого карася привезем. Я вообще привезем. Не против, Сереж. С икрой. Тараньку точно. Да. Эх ты. Эх я. Где пропали? Все нормально. Ездим туда-сюда. И на привоз закатились. Ну, слава богу, хоть там. А там на нем вообще из дому выгнало, потому что я сегодня хотел в огороде колупаться. Рано еще. Дома люк. А мы да, его пока не взяли, классный. Да, еще. Ну пусть немножко там попривыкнет, да, а потом уже будем с собой его брать. Хороший ну, такой. В машине спит там. В машине на, на детском месте спит, и ну молодец. Да, да. Классный пес, обалденный. Так что возьмем. Все, вам всего хорошего, все, Славичек. Спасибо, давай, родники, до скорых. Хорошего. Хорошей торговли. Всего спасибо. Самого. Спасибо. Спасибо большое вам, спасибо. Ох, там агрегат без головы лежит. Ёлки-палки. Самяра, ты понял? Да ты шо? Ты
Ты посмотри, обалдеть! Я, я такого, она не влезла. Ага. Слушайте, ну это просто мегалодон какой-то. Ну как это такое? Это сом дунайский настоящий. Как его можно было поймать? И что, сколько он весил с головой? 67 килограмм. Здрасте. Ты ж, Катя, ты представляешь, что за шашлык из этого? Сережа, слышишь? В шоке. Ага. А сколько лет ему? Не пугайся. А? Сколько лет ему? Ему, не знаю, 50-60. Да? Да. Скажи мне, можно вот этими карпами его зафаршировать, елки-палки. Выкопать краном траншею в огороде. Три куба дров закидать, короче. Эх ты, обалдеть. Сереж. И запечь, шо? И шо, почем килограмм такой радости? 400 гривен. Ребята отрежут любой кусочек. Хочешь такой, хочешь такой. Ты представляешь стейк, йо. Два стейка на весь мой гриль. Обалдеть. А на вертел, Сережа. Ты не там очередь занимаете, елки-палки. Так ты шо? Смотри. А? А я смотрю без... Может отрежем, а? Давай я на рога поменяю. Да? Так все нормально, он там стоит сегодня шумненько по-настоящему. А я уже троих встретил, да. Ай-яй-яй, ох и голова, Катюня. Вот это губатенький. Дунайский. Представляешь, какие машины? Не... Как это? Поэтому и легенды такие ходят, что... Как это? Слушайте, ну пошел такой и за ногу и схватить вернулся. Может. Так, такой может и не за ногу. Такой может и, как это, и с ногами. Да? Да. Сережа, они... Там мне еще дед рассказывал, что вот так вот гусей на воду отпускают, а потом бац, и нема гусей. Чбуньк, 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 и готово. Короче, эх ты. Идем он. Здрасте. Здрасте, здрасте. Бабка, здоровенькие были. Салют, ряденька. Опача. Ты шо? И шо там сон какой лежит? Ох, а карась сегодня. А хожу хозяина ищу. Не видели? Я ему говорю, по мере не мерит. А я ж не могу. Здоровенькие были, моряки. А я ж не знаю, тебе это можно или не можно, елки-палки. Можно, все. Рога. Не мерит, я просила. Бабка, вы же влюбитесь, елки-палки, ну и в бане. У нас и так любовь с вами. Шикарный вид. Да? Вот, я же говорю, да. Она мне говорит, примери, примери. Вот, да, это, мне вообще кажется, что это от оленихи, от, а не от оленя. Маленькие такие, аккуратные. Да. Ага. Катюша, иди сюда, смотри, карась какой красивый. Давай штучки 4 возьмем с собой карасика. И все. Ну, как это? Ну мы же в литовскую кухню едем. Куда же мы без, без липованской нотки, елки-палки? Чисто из-за Одессы. Аленочка, а ты нам 4 бычек поймаешь? Хорошо. А баба Катя аккуратненько ручками их чуханет, да? Ты шо? Шо у вас? Здоровенький был, привет. Ты сегодня сам оде? Братишка. Рыбу пошел. А, за свеженькой тоже? Да, да. Ты что, и тут карась, смотри, а Карапчук какой живой. Что за порода собаки? Кавалер. Короче, Кинг Чарльз Кавалер Спаниель. Вот такое что-то. А, ну я сказала, да, это да, да. Да, да, да. Сережа, сикорочка? Сикорочка, да, это в гости едем, хочу, короче, да, этот. Вон, Алена, видишь, как пальчиками дает аккуратно. Каждую попу рассматривает. Иди, тебя сейчас научат, что-то наберешь, на писю надавливаешь и все, и... Все. Вот еще один... Ах, спина какая у него. Да, я потрогаю, елки-палки. Да е-мое, ну чтоб ты как? Не извозился в этой рыбе. Это же агрегат, посмотри на эту спину. Сережа. Она толще, чем у Марата усы Марат, в детстве ну были, елки-палки. Каждый раз должен взять в руку. Да, нормально. На дыбах зимненькие. Странно, что ты их Аленочка, не целуешь да? Засос еще этих. Карасика. Вы почистите, да, рыбку? Да, уже чистим. И нам тоже бабка Катя чуханет, да, чуть-чуть? Да, да. Все. Такое там кишки жаврик, все как обычно. Ты все не в честь. Да иди уже. Сережа, так... 3 килограмма. Договорились. Да, хорошо. Да, о, все. Да тут сервис, а ты говоришь. Так она еще пахнет одним Head and Shoulders. Смотри, ее скрутила. Марат, придержи, она сейчас у нее ноги подкосили. Что ты шарахаешься? Сколько мы должны, Аленочка? 300 гривен. Давай деньги сюда. 300 гривен и песню.
Какую песню? В Инстаграм. А я сейчас спою. Ребята, так что переходите в Инстаграм. Опача. Да. Благодарю. Да, 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 охотник. Ходит, уши в пол и погнал себе там, роет, короче, ямы молочага. Давай, сейчас. Будет маше ловить. 100%. Пока что он только котов ловит. Они ловят этих мышей по лету. Да? Так. Они же охотничьи. Собака настоящая. Вот собака, это все. Давайте, а то вот вы поменялись, елки-палки. Все, карась, не перепутаешь. Ты что? Эй, все, карась, деньги дали. Да, бабка, да, я целую. Будьте здоровы. Звоню вам регулярно, да. Все. Что, чуть к рыбу да, имели шанс с судаком уйти. А, о, здорово. Нарыбалил карасика, тоже свеженький. Ты что, чтоб не переводился? Погнали. Здрасте, земляки. Здравствуйте, день добрый. Ты что, сегодня прямо блестит. Да, сегодня все в рыбе. Не, ну это, конечно, блин, что тут скажешь? Идем поздоровкаемся, он там что-то... Опять, здравствуйте. Ты что? А я как Лиду на Ютубе смотрю, так сразу вас всех вспоминаю, елки-палки. Ты что? Готовить там нормально все, слава богу. Хозяечка. Шо, ух ты, шо это за шипованная такая радость? Это палтус. Палтус? Обалдеть, я еще сегодня палтуса не трогал, ты видишь? Ох и вкуснячий, Катя. Ну мы набрали карася, это же деликатес. И что, почем палтус? Палтус 400. Ты что, как сом. Что сом тут, видели? 67 килограмм, елки-палки. Прям легенда привоза. Всего хорошего всего вам. Здрасте. Здрасте, день добрый, салют. И что? А что? Когда? А, там мне же не надо, у меня еще с того года осталось. Ёлки-палки. Ты что, что за прелесть? Аквариума? Обалдеть. Какой аквариум? Только привез. Я понял. 600 гривен. Аквариум. Ты что? Сережа, у меня не бывает аквариума. Ты что, это же тебе? Нет, это осетр. Это именно осетр? Осетр, ты видишь? И вот это белуга. Ты видишь какой? А вот это осетр. Носик какой, ёлки-палки. Ага. Шикардос. А мои елки-палки. Так можно и врага представить. Ага. Единорог или как там этот? О, хоть там это не заканчивается. Обалдеть, свежак. Нырк в водичку и пошло-поехало. Деликатесы. Вот так, Сережа. Да. А ну расскажите, где я могу вас живой прикупить, так чтобы я в столов себе забросил. Пока нигде. А что, этот не будет уже жить? Будет. Ну да, нет, он же дышит. Ресторан, веранда взяли. Да, они же берут, и он там плавает себе, да. Водичка есть. Вставочек. А? Килограмм. Все, Саша, все, всего хорошего. Ты что, чтобы деликатесы у тебя не заканчивались. Ты что, что это? Пеленгас хаджибейский, да? Да, это хаджибейский. Ну, иди, хоть поздоровайся. Здравствуйте. Что у вас, порядочек? Сколько лет? Можно я с вами попробую? Да ты что? А я все равно вас не покидаю. Я каждый вечер дивлюсь на вашу собачку и на вас. Уникал. Спасибо огромное. Катя. Кусичка. Блин. Красавчик. Огонь. Наденька заговорила, что я даже забыл, что я увидел. Посмотри, какая Ивасиль. Это появились первый день. Они слабосоленые, надо чуть-чуть посолить. Понятно. Малосолочка, да? Мало, видишь? Да вы ж такие, что, ну я слушай, да, вон солькой бахнул, домой я дошел. Солькой чуть-чуть подсаливаю, и все нормально. Ну, очень вкусный Ивасиль. Та ты что? Мармелад. Штучка. Там можно себе позволить, да? Там мы такую здоровую даже в Турции не видели, хотя она там у них живет, елки-палки. Ты что? Потому что у нас что? Все вот это вот. Ой, там разная была, но карася они не знают, осетрины они не знают вообще, короче. Вот то, что там у них в этом море прозрачном для приезжих. А иваси были там? Да. А и какие там иваси? Они меньше этих, свеженькие, даже там на видео я ее... Худенькие, худенькие, да? Я бы не сказал худенькие, а вот она, наверное, как хамса наша. Как хамса и наша. Может быть, да, только больше, тоже с точечками. Давала, это и есть сардина, только она маленькая. А Ивасиль... Ну, у Ивасиль точечки вот эти, это же ее именно. И именно тоже... А, да? Короче. Да.
едем. Як живі, як учись. Це писалося Сагіна, і тут теж пишеться Сагіна. Це не пише про Івасі. Тепер я вже і про Івасі все знаю, да. Здрасте. Все, погнали, спасибо огромное за информацию. Спасибо. Все. Я вас смотрю, люблю и жду. Спасибо огромное, спасибочки. Пока. До свиданечка. До свидания. Что ты уже взял? Арсветки, кусочек рыбы соленой она попросила. Ну кидай в карман или туда, к таблеткам кинуть. Давай. Вот нормально, смотри, устроился, только накидывай. Ай-яй-яй, раз закрываем. Шум. Скажи мне, а во сколько же мы должны в ресторан этот появиться? Уже, Сережа. Так подожди, дай хоть по привозу походить. Потому что ж мне должна доставка прийти. А что вам там едет? А он же заказал на все. На том ям все вот эти вещи. А-а-а. На том ям. Я же по думал, помнишь, ну, мы готовили? Помнишь, мы готовили этот? В магазинах тяжело ходить искать эти все вещи. Я по интернету заказал. Хорошо, или помнишь, мы том ям готовили на кокосовом молоке? А Марат говорит, у него тает, вдруг. И сказал, что в настоящий том-ям кокосовое молоко не идет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Здрасте. И вам здрасте. Таки здрасте, здравствуйте. Слушай, а сегодня такой хороший живой, да, привоз? Да. Ну, меня радует, когда заходишь и полные прилавки рыбы, конечно. Это пипец. Ёлки-палки. Ну, самяра это... Просто обалдеть. Агрегат. Вот бы взять такого в руки. Взяла пыление. Смотрите, видите, как она пылилась. Тоже так сделала. А ты что, было такое, стало такое? О, о, здоровенькие были, салют. Где-то вы ходите? А хотя как за оленем гонялся. Как там твой малый? Нормально, слава богу, да, да. Что-то не вижу тебя. На ютубе есть регулярно, сюда не часто докатываюсь, да. А так, да что-то дома готовим, короче, собачонка завели, так что порядок. Ты давай в ТикТоке что-нибудь там все, мы в основном все в ТикТоке. Блин, а я ж старовер, елки-палки, да, я на ютубе, в инстаграме есть, там, что, так что так, все будет нормально. Кать. Рихард, с волнистой попой. Ты еще мацу свою не съел. Так я не уйду тогда. Катюха, как дела? Нормально все, отлично. Стоит, оделась, что на пляж собралась, елки-палки. Ага. Не писано. Показываешь ты ее людям. Переверни камеру, чтобы люди на тебя смотрят. А то смотрю только одни комментарии. Катюху покажи. Ага. А что, оленя убили, а рога? Нет, я хожу, ищу хозяина по привозу здесь. Не попадался там, не? А ну. Ну? 2 килограмма. И муцу попробуй. Муцу я еще... А он муцу еще не съел свои огромные. Когда, у кого ты брал муцу? На киевском брал. 800 грамм. Один. Да я взял там 4-5 яблок. Так, 2 кило? Да. Это просто мед какой-то. И муцу бесподобно вкусная. Так, у меня новый поставщик яблок уже Умань. Да? Ура. Я из-за старого такое думал. Что за старого? Что тоже уманьский. Ты были же тогда в Виннице. А? Винница, сейчас. Короче, 52. 50 гривен. Даю. Засовывай. Тебе скидочка. Спасибо, родная. На. Обача. Так ты что? Я ж мимо не проходил, елки-палки. Все, погнала дальше. Погнал дальше искать. Думаю, повезет, найду. Все. Здравствуйте, доброго дня. Ой. Здравствуйте. Смотри, какие абрикосы заморские, а? Только в Одессе разрезают, чтобы можно было посмотреть, что внутри. Гранаты, киви, фейхуа. А где? Здравствуйте. А где Марат? Я уже убежал к себе. Эй, Марат Джан. Алло. Тарам-дам-дарам-дарам-дам. Рыбочки вкусные. Шо? Значит, там будет. Пошли. Катюня. А. Там, когда подписчики приезжают, говорят, как найти Серегу. Смотри, можно вот с поднавеса зайти. И сразу вот с левой стороны молочка вот так вот идет и недалеко. А можно с острова вот так вот зайти. И будет тоже... с правой стороны молочка, да. И там будет Серега. Где Марат уже пошел очередь занимать? Ты что, халатики, посмотри, все, что хочешь, елки-палки. Лас-Вегас. Вещевой.
О, джинсы, трубы, знаешь, какие раньше модные были. Елисей просил такие. Да ты что? Угу. Весь меня. Это первые джинсы. Сначала трубы у меня появились. А потом, до сих пор, а потом Монтана. Это не мои, это подарили. О, есть Серега. И Дениска есть. Ёлки-палки, здрасте, салют. Слышишь? Я с авоськами. Родненький, салют. Денечка, салют, здоровенький был. Привет, родненький. Привет. Смотри, одни тебе, одни Денису, короче. Это на ножи. Ну, молодой? Да, ну, может, это какой-то эксклюзив. Да что ты бахнешь, себе там пригодится. Мне Василич, короче, этот звонит, говорит, есть хорошие рога. Я говорю, присылайте. Так что Василич, ну, Сереге ну, надо ну, по-любому, короче. Да, ну, потихонечку мы... Да, дальше... пусть она накапливается. Вот, да, кстати, да. Посмотри, видишь? Надо будет это самое, кстати, вот такие вот эксклюзивчики сделал себе я один на всю жизнь, короче. На. Да, потому что Катя говорит, мне не надо, говорит, отдай Сереге. Да. Ему нужнее. Мистер, что, как дела? Да так потихоньку. Шикарный вид, да? Ох, вот эти терки, Серега, короче, я и не знал, что вот эта вот вещь все делает. Просто все. И сыр режет, короче, и овощи. Сало на ней я резал, это просто бесподобие. А, я ж тебе что хотел еще раз сказать, спасибо, подожди. Лично за вот эти вот, короче, шедевры, что ты сделал нам с Маратом. Не могу показать, я просто с собой не брал. Есть, да? Ну покажи, ребята, вы кайфанете. Людям, может, не все смотрели видео, там, где мы там с Маратом что-то готовим, а он уже капусту доедает. Елки ты палки. Ты шо? О, кстати, ты шо? Этому самому. Фарту масти? Ты шо, это уже под заказ, люди уже заказывают, все-таки смотрят наши видео. Посмотри, как, ох, тугенькое. Елки-палки. Это шедевр. Вот такое приятно. Я сегодня им уже Марат исполнял. Да. Посылка липованская заехала. Ты что, это же там тебе этот вот самогончик домашний. Ага. Вина баклажка, новачка. И толстолобы, соленья, там петух домашний, что-то там утка заехала. Повытираю усы у тебя в капусте. Ничего, потом доешь. Это, конечно, шедевр. Такое приятно в руках держать, даже не хочется выпускать. Где ты взял эту вообще идею, елки-палки? Как такое в голову пришло? У нас она, как говорится, зрела давно. Да, рождается. Ты большой молодец, и фантазия твоя не имеет границ. Коля, ты посмотри на толщину. Он 2000, у нас же Коля Кузнец. Ага. Он такой художник по ножам, он там в 2002 году занял первое место по Дамаску. Ага. У него даже там есть выставочный нож. Можно как-то будет даже кооперироваться, он принесет живого. Такой, который занял именно место, да? Именно? Да, именно тот. Ну ты правильно сказал, именно художник по ножам, да. Это же не просто вот так вот. И он у нас ты что, ребята, носите на здоровье. Эксклюзивным вещам. Обязательно договоримся, покажем, и посмотрим. Корректирует нас. Скажите, а вот эта штучка, сколько литров? Вот сейчас нарабатываем потихонечку. Вот с каждым разом все лучше и лучше получается. Ага. Замок практически жестко работает. Все, такой, блин, слушай, замок у него вообще просто песня. Да, здрасте. Нет, снимает она, короче, а я вот хожу. Я смотрю хорошие вещи, да? Да, людям добро показываю, Серега. И вот с каждым разом потихонечку на... Достойные агрегаты. Людей, которых видим по этому, по ящику. А вот они еще и ее, которую не видно, только слышат, смеется и смеется. Кстати, о, вот шо? Эта шинковка, мы ее немножко модернизировали. А что вы сделали? Шире нож, шире. Тот был узенький, который первый. Да ты шо? И он еще мягче работает. Да. Елки-палки, у меня вообще претензий к тому не было. Это ж... Да, и за счет этого высокая вот фласочка, еще выше, она задает... Кстати, испанцы вот там обещали хамон. Давай, уже можно присылать. Уже колбаска, есть на чем резать. Попробуй колбаску. Колбаску? А ну, Катя, иди сюда на колбаску. Там авоськи не дернут, все нормально. Экспериментировали. Смотри. Катюша, стой, давай, я попробую. Елки ты палки. Да, то есть сухую колбасу наискосочек немного. Да. Вот как да, ножом, да. Можно чуть выше, но тут получается... Все, не, это же нормально. Елки палки, а фисашка, посмотри, прозрачная. Боже мой, Катя.
Где ты, Марат? Марат, можете закусить. Иди сюда, наливай. А есть что? Да. Взял с собой. Рюмки есть? Да. А ну давай. А ну. Доставай. Ой, я не могу. Смотри. Сервис. Самогонка липованская. Марат. Боже мой. Вода? Ты будешь? Не. А чего ты? Это 25 грамм. Религиозным убеждением. Я понял. Серега, ты тоже не будешь. Марат, тогда с двух рук пей. Но я водитель. А вот дай. Вы даете, блин. Нет, так я тебе под колбаску. Я думал, я с кем-то. Ну, будьте все здоровы, ребята. А ты со всей аудиторией. Ребята, поднимайте, чокайтесь об экран, чтобы нам были здоровы. Блин, персточек у него такой. Держи колбаску. Спасибо. Вкусная водичка? Настоящий домашний самогон. Он еще не почувствовал. Можно было не закусывать. Не, ну я же нарезал. Клади быстро туда. Давай. Кинуть тебе туда пару кусочков колбаски? Не, хорошая вещь. Ребята, всем, кому что надо. Телефон Серёги. Модернизированный вариант. Да, телефон Серёги я оставляю, так что звоните, пишите. Лично мне надо все. А, слышишь? Ох, хороший. А покажи охотничью вот капельку. А ну. Стол это какой? Вон он, вот он. Скажи вот, мне, а у тебя остались мусатики Одесса мама? Мусат. Вот те вот старые, мусат Одесса мама, там было написано. Они вот такие коротыши. Не было, блин. Нет. У меня там люди просят, говорят, будешь у Сереги, короче, привези. Да, проблема это с... просто обалдеть. Угу. Составчик. Это вот такой надо Васильичу? Толщина. Вот это вот рубить кости. Он же японскими рубит, и у него все время кусок вываливается, короче. Так я... Здесь... Это неубиваемый. Вообще неубиваемый. Да ты что? Здесь однозначно. Это можно рубить и рубить. Приятно. А этот... Ну да. Хоть так. Так, этот на базу кидай. Ага. Этот на витрину а продастся. Шишка не продали еще? О, покажи. А ну, шишка. Эксклюзив? Шишка, да? Давай, Серега. О, шишка. А ну-ка. Другая есть, вот такая, есть визитиночка. Елки ты палки. Это шишка? Заливается шишка и бокситкой, да. И бокситкой, и потом вот это вот шлифуется. Как чешуя. Какой он легкий. Какой он красивый. Обалдеть. Все уже. Сейчас, 2 секунды, я сейчас принесу. Да я тебя умоляю, Сав, какой это уже люди уже видели. Ребята там... Золинген. Мусатый золинген разного типа, вот как... Так, я это вот сюда, финочку эту оставляю. Есть более бюджетный вариант, ага. А есть более такие... Все есть. По качеству, да. Ну ты какой... Это немцы. Тоже, да? Да. Все, да, это именно немцы, золинген. И очень классный минарь. О, у меня вот такой вот есть дома. Красавчик работает. Да, вот такой. О, это вообще уже именно так. Это именно залезать. Ох, слушай, какая шигрень. Обалдеть. Еле-еле. Шикардос. Так, куда это все вот это вот кидать? Вот так вот. А сколько вот такой? 1300 вообще. Ну это немец оригинальный. Там у них в Германии дороже, чтобы ты понимал. Есть вот такой сербский. Ох, класс. Это для рубки. Именно... Я же вообще, у меня с топорами болезнь. Ёлки ты палки. Катюня. Мне порой кажется, что ты ушла. Нет, стоишь, молчишь. Спасибо, что не мешаешь. Смотрю, радоваться, ёлки ты палки. Насладиться. Фунь. На тебе, карась заморский. Так, что куда? Так, это я вот топорик сюда закидываю. Слышишь, тут надо у тебя как это иметь... Навыки еще здесь работают, и пока туда лезешь, перед тобой такая опасность, можешь себе еще и брови подстричь. Так, мусатики сюда кидаю. Мы тогда показывали, но это вот тоже чехол как раз сделали. Это ага. Такой и порубать, и как говорится. Ножи. О, да ты что. Здесь стружка остается от... Ага. И тоже заливается, дает. Шишка и стружка. Смотри, прямо что этот, как это, блин, не знаю, там нога дракона, ты видишь? Ящерица, вот красивейшая штуковина. Ты бачишь? Загонял Яночку, елки-палки. Там вот последняя, которую мы... Давай, все, сабельку, мы тебя больше не будем отвлекать. Будешь сидя работать. Хороший, эксклюзивы. Ох ты шо. Ну, такой на стенку повесить очень красиво. Это просто греет душу. Вот такую радость иметь. Как этот, блин, как его? Кто там этот по пятке получил? Ахиллес. А, вот, да. Фу-фу-фу-фу.
Все, сдавайтесь. Серега, держи. Шикардосы накидал, мне даже не знаю, что куда. Я вот буду аккуратненько сюда их оставлять. Так. Нет, слишком неприятный. Просто это такая ручка. Очень аккуратно получилось тоже. Вот, вот такая вот? Да, изящная. Это классика, да. Да, это классика, как говорится, неубиваемая. Вот они шли в таком простом. На, посмотри сначала. Катюня? Ух, Марат. Ё-моё, так это именно и сабля, и спибля, здесь все вместе. Ты шо? Нет, это же анекдот есть, короче. Это настоящая вот. Ага. Прям вот такая вот. Папа сына, короче, понял, спать укладывает. И не может уже там второй час, а сын ему вопросы задает, короче. Потом крайне уже было на стенку голову поворачивает. Папа, а что это, говорит, сабля? Да спибля уже, елки-палки. Метательные ножи вот такие вот интересные. Ой, аккуратно. Кочиками вот такие вот. Слушай, какой приятный. Ну это да, там Петьки моего нету, друга американского. Вот он. А что с ним случилось? Нет, здесь нет. Он слава богу, елки-палки, ты что? Дай бог тебе здоровья. Он каждое утро там. А, вот этими? Будь здорова. Ага. Так давай метнем отсюда сейчас в Америке, пусть ловит его. Давай. Как там? Что ты гыкаешь? Скажи, поймал чи не поймал, да. Обалдеть. Сережа, я замерзла. Так. Зайди сюда, здесь потеплее. Вот это тоже метательный нож, тоже с кончиком, то есть он ты как шо? И походный, то есть мы делаем выше. Скажи мне, так что это же можно в рельсу трамвайную метать такой толщиной? И, кстати... А у тебя, скажи мне, а у тебя есть этот D2, вот эта вот твоя сталь, давайте, легендарная? Я вот как раз здесь кусок металла. А ну, Катя, иди сюда, он что, во что-то долбит. Ты там, мне идем. Только что сказал, зайди туда, тут теплее. Ладно, выходи уже, давай, потом покажешь. Смотри, что такое D2. Тихо, ты сейчас себе прилавок порубишь. То есть вот, как говорится. Кать, ты бачишь? Серега, даже ничего нет. Ох ты, и поцарапал себе витрину, елки-палки. Ты что? Я думаю, ты за неделю людям показываешь и срубуешь, короче, все время есть что заменить. Вот это D2. Вот это D2 и на таких же этих ножах тоже D2, да? Да, ну все зависит от толщины, от спуска. Ну понятно, да. Допустим, для тяжелых работ, то мы делаем более рубящую заточку. Таким образом, то есть... Можно и рубить, да. А если так, чтобы для побриться, да, то... Да, соответственно, как говорится, более поднимается выше фаска, но ими лучше не рубить, но он... Работает пожизненно. Обалдеть, D2. Так, благодарю, спасибо огромное. Катя меня уже гонит. Ох, какой-то меч новый появился. Катенька, не переживай, мы поедем сейчас туда, я тебя согрею. Елки-палки, смотри, скукожилась. Что ты, ну надо было что-то потеплее одеть. Вон есть полушубок хороший, могу договориться. Смотри, хороший прямо он. Твоя комплектация, только джинсы рваные. Сереж, а это что? А это подарок для Лямка? Сына. Серьезно? Да. Это... Ремень, обалдеть, безразмерный. Он идет, нож скрытого ношения, ремень остается, а нож вынимается. Угу! Не, нашему ничего сыну такое нельзя! Ты что? Ему еще... Пуцик еще пригодится, елки-палки, ты что? Ты что так, пацаны, растут? Да, они там на экспериментируют. Не, ну может пиво там или, там не знаю, буратино открыть какое-то, ты что? Вот спасибо огромное. Там уже я сам поношу, он ему подойдет, и видишь? Обалдеть. На 18 лет подарим ему, хорошо? Не, Елисейка уже толковый, он же уже с ножиками моими этими. Да. Вот этот вот вариантик, этот, чтобы опять все нарезалось и все резалось. И... Да перестань ты, елки-палки. Ты шо? Так Катюня, что? Дай гроши. Для Серега, спасибо огромное. Да. Я буду тестить с удовольствием. Елки ты палки. Так мы сейчас поедем в ресторан, я со своим ножом. Мы сейчас едем в ресторан литовской кухни, оказывается, есть такой в Одессе. Да, нас позвали. Так что поедем цепелины готовить. Настя. А какой острый. Серега, на, держи, так положено. Да, ты же помнишь. Ремень куда? В карман? Можно одеть сразу. А я ж в подтяжках. А подтяжки бывают с этим? Господи, пошли, говорю. Катя, посмотри, что ты, ну, ты меня гонишь? Сейчас весь мир хочет на ножи удивительные посмотреть, она меня гонит. Давай, если есть ножи, то аж бегом, конечно. Все, с собой. Какие приятные. В авоську кидать не буду, да? А то семечки потеряем. А где авоськи наши, кстати? Там на старом месте лежат. А ну-ка. А ну-ка, примери. Да, хотя бы так, чтобы. Все, не, главное, чтобы это по резьбе. О, ты что? Капитально. Так хватит любого. Да. Все.
Ребята, дуже дякую, спасибо огромное к вам. Та слушаю. Он далеко, далеко не простенький. Еще раз крепко жму руку. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, стараемся, забегать. Главное, хорошей торговли вам, ребят. Спасибо. На вот тот ремень повесить идти. Марат, я аккуратненько давай тебе тут к таблеткам туда же присуну. Ты что? Так, на мостик сегодня не становись. Что? А, рындочка? Блин. Ну, такое себе. Ты, да? Да. Добрый путь. Так, все, авоськи забрал. Денечка, все, давай чао-какао. Будь здоровчик. Давай взаимно. Везде успевает. Так. А это все. Катя. Катюша? Иди сюда. Именно, а то мы всегда делаем там подарки, а это будет лично вам. Здесь можно и перец, и кофе. Ох, ничего себе. То есть это ручная тоже работа. А ты как будто бы знал, что она перец кофе любит. Вот. И это специальная ручечка. И как шарманочку можно вот так вот крутить. Походный спасибо вариант. Большое. А уменьшать, если помол нужно будет, значит, здесь собирается кофе. Ага. Вот этой же ручечкой выбирается. Ты помол. Регулируешь, да, себе жирнова. Танечка, привет. Спасибо, благодарю, спасибо большое. Все, дуже дякую. Ты будешь меня в такой красивой штучечке еще и молоть. Это он тебе подарил. Так тебе и молоть, елки-палки. Ты что? Закидывай. Спасибо большое. Все, это надо собрать до кучи. Или клади вот так вот, да. Чтоб не потерялся ключик. Да не потеряется, это же войско такая, что зацепится. Спасибо. Еще раз, Серега, давай. Чао, какао. Спасибо, пока-пока. Пока. Танечка. Ты что, нас услышала? Здоровенькие были. Да ты что? Ай-яй-яй. Что, идем насквозь, да? Ой. Мы же, я же в агромаркет хотел, совсем забыл. Того сома увидел и отшибло, елки-палки. Здравствуйте, здрасте. Люди меня по фурику узнают. О, сладкая бабушка, здравствуйте. Что у вас там, как дела? Регулярно? Все, слава богу. Так ты что? Нормально. Как обычно, мы когда вас видим, прямо аж еще лучше становится. Я обожаю тебя. Спасибо огромное. Спасибочки. Катюшечка. Спасибо. А ты что? Скажи мне, может, ты хочешь какой-нибудь торт? Хотя ты такая, что не хочешь. Скоро весна, ей же надо будет раздеваться. Ладно. Ты что? Будем, куда же мы денемся? Так, где наш Сусанин? Потеряла его. А, вот он ты, елки-палки. Песня. Он что, мне его дал попробовать, Марат? Сам. Я подождал, пока она уснет. Накрутил себе лавашей заморских с улыбкой. О, я вот такое накрутил, как у Тани сало. Елки-палки, вот это смотри. Смотри, какие сигара наша украинская. Ой, елки-палки. Прямо как мы Васильичу послали. Посмотри, мрамор, мрамор. Катя, ну-ка сделай близко макросъемку. Смотри, с него аж капает и сыпется. Ёлки-палки. Марат, я уже вижу, что там в Израиле бум, и все в аэропорт ловятся. Бегом до Тани за салом. Посмотри на это. Смотри. Да ты шо? Танечка. Им не надо, я им расскажу, как это вкусно. Надо. Катя. Марат. Спасибо. Просто губами. Губами. Вы ее что, фуа-грой кормите? Ну это же надо такая нежная. Обалдеть. Надо правильно вышкурить, и все будет хорошо. Да. Вкусно? Обалдеть. И камыш, и соломка. Просто сказка. Та ты шо? Идеально мягкая. Шкурка. Спасибо. Это твое любимое. Ну шо? Шо нам надо? Она говорит, все нам надо. Давай что-то, ну мы уже в гости взяли, короче, уже карася. Что, сало другой раз возьмем? А? Другой раз, потому что вы готовите и не съедаете. Я против этого. Давай, мы хотя бы, Танюшу вот так вот аккуратненько обойдем и все, и валим отсюда. Давай. Да? Угу. Просто сделай людям приятно, покажи эту красоту, как обычно. Я говорю, что есть ты еще не Маша. Это вечные кадры, такое можно каждый день показывать. Или каждый день смотреть. Сальцо. Все, Танюлечка, хорошего дня, мы побежали, как обычно. Пока-пока, до свидания. Здорово. Обязательно. Так, а куда нам надо? В агромаркет. Когда идем? Здесь людей меньше. Пошли.
быстренько. Катя идет молча, даже не смеется, чтобы не признали, видишь? Как обычно торопимся. Слушай, тут что, у Сереги с ножами ассортимент, так здесь и с этим салом. Ага. Здравствуйте, здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте. Гай. Катя, ну с тобой неинтересно ходить, елки-палки. Не остановиться, не поговорить. Вот это, блин, хотя бы вот эта курочка видела. Лиля курочка, хоть телефон хотел дать людям. Копчененького чего-то там попробовать. Ой. Сергей. О, вижу, родненький, усатенький. Наконец-то. Все, руку поднял, меня зовет. Ты хоть что-то для меня. Он уже плакаты с цветами выставили. Катюня. Что, Сережа? Сними кусочек старой Одессы, он налево, смотри, пассаж фруктовый. Бах, и сразу в яблоки попал. Ой, красота, конечно, везде. Фух. Скажи, весна начинается, ребята. Это рай для тех, у кого есть желание и куда что-нибудь сажать. Так что заходите. Ой. Ты что, Марат, ёлки, тут что, что хочешь? Давай. Тихо, не проветривай. Здрасте. Слушай, я хочу вот тут посмотреть. Подожди, ты сейчас начнешь тараторить. Не, я буду сегодня молча да, ходить. Да, ты молча. Посмотри, какие. Ты красота видишь? Красота какая, да. Прям а это не та елка, которую Марат детям подарил? Нет, Марат, наша. Марат, дали. Мы вычитали за ту елку. Это шедевр. Это сосна. А, да? Она это как сосна, которая вот. Это не простая сосна. Она сейчас выглядит вот так вот, как елка. Потом к 15 годам или когда? У нее оголяется ствол, и она уходит вот в такие типа шапки, короче. Такого. Как бонсай, только здоровенный, по 15 метров она растет. Пенинсула или как-то так она называется? Мы посадим вокруг? Я не помню, да, да, да. Класс. Да, обязательно. Может, уже там на старости лет буду там выходить под нее вот это вот с тележкой, короче, и садиться. Да, мы так Сережа. Но она говорили. Красивая, Марат, она как зонтик, понял? Как, ага. Как эти деревья в Африке, когда нет-нет, и потом такая красота саванна. Плоская. Кипарис. Саванна это? Нет. Ребята, а что это такое, вы поняли меня? Да. Очень шикардос. Катюшка, а. Я бы хотел этот. Что, от корма избавиться? Все нормально, давай, это я на карман кину, все. Да я в карман закину, все нормально, у меня же карман есть. Пошли? Рюкзака нет, карман есть. Скажи мне, пошли-то понятное дело, я хотел каких-то луковичек тебе купить. А, я вот с нарциссов сегодня начал, ну да. Ну давай, сейчас же уже почти есть. Весна. А спроси, есть ли у них? Да у ребят есть все, даже если нет. Здравствуйте, еще здравствуйте. Разочек. Скажите, а луковички есть цветов? Нарциссы там такое? Нарциссы. Еще немножко рано? Ні, нарциссы, тюльпани, це садиться під зиму, вони приходять тільки восени. А, это надо було осінню покупати. Гладіолуси, да. Це все буде вже трошки пізніше, через хорошо. 10 місяців. О, Катя, йди, поки картинку не виключили, посмотри, це астра. Ех ти, Сережка. А? Вот, посмотри на этот цветок. У нас на весну на нашому сайті. Это уже можно сейчас делать заказы, да? Катя, я хочу, чтобы у нас вот такие росли. Вот такие низкорослые, в горшочке. Давай закажем. Все, я в очередь, короче. Оформляйте меня по полной. Тюльпаны сливни в банке растут. А, дай хоть понюхать. Да ты что, пахнет. А подснежники там какие-нибудь? Подснежники тоже надо же весной, зимой, да, осенью. Эх ты. А я знаю, где выкопать, я взял лопату. Агроном ты мой драгоценный. Я взял лопату. Марат, что-то надо? Алабама. Это штат какой-то. Ревень. Ну, можно пожарить. А, или ревень? Или ревень Алабама? Катя, ты посмотри, какая этот. Я же отправил братухе своему липованскому. Вот тот тормозок. Он мне говорит, звонит, говорит, Серега, дякую, родненький. Говорит, столько, говорит, как раз сейчас самое время там все это кидать, сажать. Здравствуйте. Так, ну хорошо. Катюша, смотри, я такого не видел. Иди сюда. А что это? Это капуста пионовидная. Или пион капустный. Красивая. Декоративная. Это для красоты. Ее не кушают. Серьезно? То я по-любому думаю, что у Марата за это есть рецепт. Давай возьмем парочку. Декоративная написано. Давай. Ты будешь ее сажать? Ну да. Не знаю, посиди. А там сколько? Одна семечка? Нет, что-то шевелится, там кажется больше.
Посажу между пионами. Нет, пожалуйста, к моим пионам а ты чего капусту ты? Не подсаживай. Давай махач устроим, что красивее, голландские пионы или наша одесская капуста, ёлки-палки. Так, что еще тебе надо? Он даже микрозелень есть, представляешь? Марат, бери себе все, что хочешь. Он угощает сегодня. Что это? Набор на микрозелень. Тут іде 5 лоточків, 5 ковриків і 5 видів насіння для того, щоб проращити. Просто по коврикам розставляєш, поливаєш і поїхали? Так, і поїхали жувати? Оприскуєш для того, щоб воно швидше наростало. Короче, фірма, це бізнес. Да. Ребята, в одній руці він влево бізнес, ёлки-палки. 185 гривень, недорого. Та ти що? Чисте здоров'я, Сергій. Так, корисний горох получається. Понимаєш? Пойдем там посмотрим что-нибудь красивое. А вот грибы, Матрика, где сладко. Мои? Грибы с грибницами? Да. Да где-то есть или раскупили уже? Нет, нет, вот они есть. Грибочки. А, есть? Только... Что, какие ты мы хочешь? Мы тоже с тобой. Ты хочешь, чтобы мы взяли? У нас есть, надо наши посадить. Ну, хорошо, давай. Тоже в агромартике те купленные. У нас уже там помидоры, есть и береза, и сосна, значит и грибы вырастут. Катюша, они бы у нас выросли даже и без этого, и без нет, сосны, нет, а там написали, что не так все просто, Сереженька. Секатор мне нужен новый. Нет. Ну хотя бы второй. Посмотри, какие изящные. Какие хочешь. Вот такое, что с маленьким. А это что? Чтоб люк не писил. Куда? Да? Что это? Ну, захист. Не знаю, чтобы... Бордюр. Чтоб козы не жевали, знаешь, вот этот вот. Лоси там, что угодно там. Плющики. Плющики. Да нет, тут фантазия сойдет с ума, елки-палки. От того, что и куда хочется посадить. А вот уже гортензии, смотри, ты видишь? Катя, вот уже гортензии, смотри. А мачка что, какой? Сейчас уже сажаем? Мачешь? Смотри. А как так? Да уже не будет у тебя а там... А ты знаешь, я видела у нас тоже возле одной вот такой... Пробиваются? Вот, один маленький пробился, да. Катенька, нарциссы тебе был, как это... Прощение? Да, не возможно. Ну-ну. Наглядный пример. Оно уже все начинает пробиваться. Так что уже дождались наконец-то. Так что теперь вообще с огорода выезжать не буду. Только на рыбалку и опять в огород. На рыбалку и опять в огород. Смеется она. Так, а что это вот такое красивое? Кофе. Ты что, не видишь? Точно, кава. По листочкам не разбираешься? Я с кава. А это? А это лайм, лайм. Смотри, какой. Красивый. Бачишь? Угу. Привитый уже сразу. Ёлки-палки, так он еще а, и... А, вот это волк. Сосна. Вот это? Он. Ага. Ага. Вот это вот, Маратик, сосна. Ага. Что покупали? А я там понабирал, думал, это специи, а это, оказывается, семена. Семена? Гарпун, они... кинжал, понял, перцы. Так вот надо так. Высадить, Марат. Так давай возьми пару пачек, посадим. Да? Огород же есть, конечно, вернись, добери, идем. Ого, знышка 40% уже с мандаринами. Покупаешь дерево. А цитрус микс это что значит? Тут и то, и другое, еще и ананасы или что? Тут тільки, тут буде лимон, тут лайм. Ага. Лимон Майера. Красивый. Що, понабирав? Гарпун, кінжал і рапіра. Це все остре? Це все перчики, да. Ти що? Так ви в горшочки надо можете труселя. Та зачем, Катя, коли у тебе квартира, то горшочок. А коли є у тебе огород, то зачем тебе горшочок? Я ну, тебе говорю, а давай запишемся, давай запишемся на эти цветы в очередь. Запишемся сейчас. Или через интернет сделаем. Да. Ты же можешь, заходишь, короче, Aromarket.ua и бронируешь, что хочешь. Становись в очередь. Что, кактусы свеженькие подъезжают? Проходи, Серёжа. Давай. Да. Да. Он точно зарегистрованный. Номер 067. На Катерину, взагалі. Катерина, да. Это вона, он, жінка моя. Что, даже визитки, да? Угу, зеленые. Со вкусом огурца. Вот же ж, елки-палки. Ой, 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 Сережка уронила, извини. Давай, пригодится. Давайте готивку. А понабирали? Я уже хочу как этот. Как кто? Перец перцем. Капусту посадить. Это же вот та капуста, капуста которая на ноге растет, да? И у нее раз вот такая красота. Да. Или это низкорослая? Или... Низкорослая, но тут на ней ножка есть до 35 сантиметров. Там немного и не надо, самый ну, раз, да. Как у меня, да. Чем и визиточку сюда.
подарим кому-то. Так ее сейчас надо посадить? На рассаду. Можно высадить в конце лютого, початку березня. Угу. А потом уже рассаду, уже в огород. Шикардос. Это поближе к телу. Ты понял, как надо делать его? Да. На рассаду. Мы фасоль как ребенку сейчас проращивали в школу. А ты ее планируешь высадить в огород потом? Я не, просто не планирую, я тебе говорю, что как это. Вот так же самое происходит с этим. Вот, спасибо огромное, дякую. И по промокоду слово банан. Зараз у нас знижка на сайте. Можливо, ще щось розацькаєш. Удивительно, що він ще не увидів. Качуня? Точно, наверное, захотел бы себе. Запомни это слово банан, слышишь? Да-да, Сереженька, да. Да я не шучу. Я тоже не шучу. Гранатики тут. Что-то я от твоих шуток не улыбаюсь. Я серьезно хочу сказать. Банан. Только что сказали. По промокоду на сайте. Слово банан. Сумасшедшая скидка. Заходишь в интернет-магазин, пишешь банан, все, и будете счастье. По-любому. Так. Всем по банану, правильно? А кому-то и по два. Спасибо огромное. До свидания. До встречи. Обязательно. Ты что? Надо было через интернет заказать. Мы и так тут немного потратили. А через интернет по банану вообще было бы нормально. Еще бы на бананы осталось. Пошли. В гости. Проходи. Что ты? А? Такой интересный мужчина там шел. А, не я? Не. Да при чем тут ты, Сережа? Ну ты уже примелькался, мне уже... Как это? Просто интересный шел мужчина, но ты уже не увидел его. Я уже хочу быть на него похожим, елки-палки. Не надо быть на него похожим. Не надо. Просто интересный? Интересный, да. Ага. Ага. Шикардос. Так. Где ключи? Марат, он тут такое вытворял. Поехали. Ездил по фонарику ногой. Ой, ногой, машиной. Ногой. Ага. Да я же рассказывал, увидишь, короче. Фонарик работает, так что Килнекс огонь, техника. Да только лампочки, как наши эти выручали. Все, лопата есть. Яблоки, карасики, корм. Маратик кидает свои таблетки. Что угодно в этот бардак. Друзьяки, все души, с хорошим настроением. Для вас сегодня ездил по фонарику, даже не знаю. Хотел поработать в огороде. Видел замечательного сома, одесский рибован. Так что везу сейчас Марата в удивительное место. Тем более я еще сам никогда не пробовал. Вот век на лодке не кататься. Хотя раз 1000 порывался уже сделать. Так что боженька все видит и говорит, не торопи события. Угу. Поедь, посмотри, как люди готовят, потом и сам будешь делать. Так что, Марат Джан, всем пока-пока. Чао. Ну, а вы никак это, не переключайтесь. В следующем видео будет вам таки вкусно. Гай-гуй, понеслась.